Концерн General Motors официально попрощался с Корветом седьмого поколения. Финальный спорткар сошел с конвейера завода в штате Кентукки. Последним стало черное купе Z06. У него компрессорный V8, семиступенчатая механика, углерод, керамические тормоза Brembo и особое исполнение – адреналин Red. Главная примета последнего – красный кожаный салон. Интересно, что экземпляр, завершивший историю переднемоторных корветов, продали на аукционе еще летом. Поэтому закончить производство пришлось точно такой же машиной, которую демонстрировали на торгах. А вот представленное недавно восьмое поколение корвета со среднемоторной компоновкой задержится с выходом на рынок. Выпускать машину начнут только в феврале 2020 года. Сроки сдвинулись из-за полуторамесячной забастовки. Появление C8 в России по-прежнему не подтверждено.